Иное измерение русской культуры. Лев Александрович Мей. Когда ты, склонясь над роялью, читает Евгений Бразов-Брюшковский. Когда ты, склонясь над роялью, до клавиши звонких небрежно дотронешься ручкой нежной, и взор твой нальется печалью, и тихие, тихие звуки мне на душу канут, что слезы волшебны, как девичьи грезы, печальны, как слово разлуки, то жаль мне бывает печали и грусти твоей мимолетной. Теперь ты грустишь безотчетно. Всегда ли так будет? Всегда ли? Когда ж пламя юности жарко по щечкам твоим разольется, и грудь, как волна, колыхнется, и глазки засветятся ярко, и быстро забегают руки, и звуков веселой волны польются, мелодии полны. Мне жаль, что так веселы звуки. Мне жаль, что ты так предаешься веселью, забыв о печали. Мне кажется все, что едва ли ты так еще раз улыбнешься. Тысяча 1844 год. Напечатано в томе первом полного собрания сочинений Льва Александровича Мея. Санкт-Петербург. Издание товарищества «Маркс». 1911 год.